такие видео мне нравятся. Наверное, это не искусство, ради этого искусства, я не знаю. Это типа о чем думают мужчины? В любой момент, да? Ну, здесь такие красивые девушки, тут, наверное, парни все сидят у компьютеров, только это видео и смотрят. Я бы смотрел вот такое бы, вместо Ивана Гая. Я, наверное, неправильно говорю, никто не хочет это слышать, но должен быть какой-то предел. Если бы он бы сделал так же, я, может быть, и стал бы тоже миллион первым бы, кто подписался бы на его. Он так глазками крутит и попками. Отвратительно. Все, что я могу сказать. Так трясти тоже надо еще научиться. Повезло ему. Как мы говорим. А теперь вопросы. Что можете сказать по поводу увиденного? Красиво для меня. Красиво. Ну, мне неприемлемо это. Мне неприятно это. Ну, если только вот так вот чисто посмотреть. Мне интересно, как они так делают? Потому что я сама когда-то занималась много чем, и вот думаю, интересно, вот желание есть попробовать так научиться. Что могу по этому поводу сказать? Движение этими попками, ну, я не знаю. Над этим надо очень сильно трудиться. Я как-то снималась в порнофильме в Лос-Анджелесе. Просто хотелось узнать, каково это. В общем, один тип трахал меня в задницу 5 часов подряд, а 2 телки лизали мне клитор. Но все не так весело, как кажется. Сначала было здорово, а потом подвигает этот кретин режиссер и кричит: «Снято!». Следом за ним бежит гримерша, которая начинает вытирать слюну с твоих сисек. Ну, я понимаю, там полуголые и так далее. Это все. Ну, не везде его покажешь. Ну, я не скажу, что мне не понравилось. Ну, нормально можно смотреть. Пиздец. Это нормально. Это хороший заработок, это хорошее настроение, это хорошие фигуры. Это женская профессия. Не знаю, смотря к чему как относиться. Да обалденно нравятся мне такие вещи. Отборное дерьмо. Если бы ваша, ну, допустим, молодая дочь захотела бы заниматься, что бы вы ей сказали? Я бы сказала ей, что... свою. Только приветствовала бы. Пусть занимается. Ну, в принципе, это ее выбор, да, но я бы категорически не стала бы там запрещать.